Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах очень сильный снег. Туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до плюс 4. Местами 1-6 ниже нуля. На дорогах гололедица. В Черкесске временами мокрый снег. Ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 ниже нуля. Днем 0 плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. Наш юный гость – поклонник творчества Александра Блока и Арсения Тарковского. Руслан Охтов стал сам писать стихи около 2 лет назад. Любимые предметы Руслана в школе – это русский язык и литература. В будущем он хочет связать свою жизнь с журналистикой. С одаренным молодым поэтом в эти минуты в нашей студии встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Я рада знакомству с тобой. Я слышала про тебя отклики. Поводом для нашей с тобой встречи стало то, что ты увлекаешься поэзией. Угу. Я знаю, что ты учишься в 10 классе. Значит, учишься на отлично. Любишь литературу, русский язык. И вот 2 года уже пишешь стихи. Да. Тематика твоих стихотворений, она самая разнообразная, как ты мне сказал. И все-таки скажи, вот как ты увлекся этим делом? И вот в каком настроении тебе лучше пишется? Когда тебе грустно или когда у тебя хорошее настроение? Спасибо за вопрос. Увлекся я поэзией относительно недавно. Это произошло 2 года назад, когда я пришел на собрание поэтического клуба «Метрум». Угу. Об этом клубе я узнал из другого клуба, только тот был читательский, и мне сказали то, что если даже ты не пишешь стихи, а просто любишь, ну, слушать, как люди читают свои, ты можешь прийти и послушать. Я пришел, и меня восхитили эти люди, меня восхитили эти стихи, и мне тоже захотелось написать свой, может быть, из этого что-то бы вышло, и правда у меня начало получаться. Меня очень сильно поддерживали участники этого клуба, очень сильно поддерживала меня и основательница этого клуба Баладжан. Большое спасибо, и мне кажется, то, что без этой поддержки и вот без этой атмосферы, ну, я бы никогда не начал бы писать стихи. Mm-hmm. Все стихи, практически все мои самые лучшие стихи были написаны тогда, когда я был очень зол, на кого-то обижен или раздражен. Я не знаю почему, но эмоции у тебя выходят вот таким образом. Да, да. Скорее всего, просто когда у меня плохое настроение, я хочу это плохое настроение куда-то деть, и вот у меня получается вылить на лист это плохое настроение. Руслан, я знаю, что твой любимый поэт Блок. Вот чем тебе его творчество нравится? И кто еще нравится? Творчество Блока мне начало нравиться давным-давно. Это один, ну, его сборник стихов, один из самых первых сборников стихов, который я прочитал наравне с Пушкиным. И мне очень нравится символизм в его стихах, мне нравятся его метафоры, мне нравятся его рифмы, его ритм, то, как он играется со всем этим. Безусловно, это очень талантливо. Помимо Блока, мне еще очень нравится поэзия Арсения Тарковского. Я благодарю тебя за участие в нашей программе и желаю тебе творческих успехов. Спасибо. 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 Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на русском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Детские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк».
Хочется отцам пожелать никогда не думать, что просто, да, я отец, я все могу, а постоянно развиваться, самому расти вместе со своим ребенком. Кажется, что, да, ребенка родили, там, не знаю, нянек наняли, чужие люди, пускай они этим занимаются. Нужно самому принимать участие, когда ребенок уже на ногах, какие-то у вас общие задачи появляются, да, тогда ты вот чувствуешь, что ты отец. Если ты все время рядом, если ты вкладываешь в эту душу всего себя, то на выходе у ребенка все получится, станет человеком в первую очередь. Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру.